И вот тут круг замыкается на тебя, Тед. Ты понимаешь, Тед? Соображаешь? Ты нас совершенно не знаешь, Тед. Беспристрастный Тед. Человек, которому на нас абсолютно насрать, Тед. Мы хотим, чтобы ты был нашим палачом. Ну и ночка, да, Тед? Так я пошел? А деньги? У меня в руках, Тед, $100-долларовая купюра. Соглашаешься ты или нет? Неважно. Тебе просто нужно вернуться на свое место и задержаться еще на одну минуту. Я не собираюсь отрывать мизинец Норману. Да или нет, без разницы. $100-долларовая бумажка никакого отношения к этому не имеет. Ты можешь всех нас послать и выйти прямо в эту дверь. Но если ты подождешь еще 60 секунд, то станешь на $100 богаче. Это, конечно, ты вправе делать то, что хочешь. Мы просто просим тебя быть снисходительным и уделить нам еще одну минуту. Мой друг Честер желает отплатить тебе. Тед, возьми деньги. Так, уточним. Я сижу на стуле еще минуту, выслушаю вас и получу $100, правильно? И после этого я уйду без всяких обид? Никаких обид. Никаких. По рукам. Да. Молодец, Тед. Садись. Вот сюда. Ну так, Лео, ты будешь засекать время. Норман, дай сюда свои часы. Скажи мне, когда минута закончится и когда начнется. Готов. Хорошо. Джентльмены, заводите моторы. Поехали. Тед, смотри сюда. Разложу здесь две стопки. Одна уже твоя, другая может стать твоей. Мы все равно выполним условия пари, так или иначе. Либо ты будешь держать топор, либо какая-нибудь мексиканская служанка или бездельник, которого мы сыщем на улице. Так что думай. Тебе решать. Он себе такую миску супа купит на эти деньги. Тихо, я что-то сбился. Сколько я здесь насчитал? 600. Хорошо. Тед, как долго обычный человек считает до 600? Это риторический вопрос, Тед. Не знаю, сэр. Думаю, меньше, чем до 700. В жизни человека миллион всяких событий. Некоторые из них мелкие, незначительные, и он забывает их, а другие помнит до конца своих дней. Итак, поскольку наше предложение настолько необычное и из ряда вон, я бы сказал, выходящее, то я могу поспорить, что оно останется в твоей памяти навсегда. Ну что ж, тебе решать, что помнить в течение последующих 40 лет. Ну, плюс-минус 10 лет. Что ты отказался от предложенных $100 или согласился и заработал $1000 за одну секунду? Время. Ну, Тед, что ты выбираешь? Согласен? Да. Всегда ввязывайся в истории. Начнем прямо сейчас, пока я не передумал. Давайте покончим со всем этим дерьмом. Прекрасно, прекрасно. Именно такие моменты жизни никогда не забываются. Норман, ты готов? Готов. Тед, ты готов? Готов. Отлично, Норман. Начинай. Мой палец. Мой палец, мать вашу, Честер, мой палец, мать вашу. Он отрубил мне палец. Мне же больно, Честер. Он отрубил мне палец, мать его, Лео.